Итак, девочки, смотрите, какие у нас шикарные новиночки от бренда Enough. Их тональные основы, нашумевшие на весь интернет, на весь YouTube, выбор визажистов номер один. 100 мл объем. Они идут с коллагеном, с гиалуроновой кислотой, с центеллой азиатской, с бета-глюканом. Есть версия с улиткой. Улиточная. У него SPF 30 улиточки. Это 13 тон мы видим. Это 13 тон с SPF 15. Это 21 тон вам для сравнения. В принципе, они 21 немножечко темнее. Их невероятные пудры. С запаской они идут. 13 плюс 13 грамм. Такая вот крышечка. Открываете, попользовались. Закрыли, ничего никуда не летит. Шикарный дизайн. Это 13 оттенок. Это 21 оттенок. Немножечко темнее. Такой шикарный дизайн у этих пудр. Они идут также с коллагеном. SPF 25 у них идет. Вся продукция, она оригинальная. Как вы можете это проверить? Потому что очень сильно его подделывают. Очень сильно. Потому что он настолько восхвален всеми. Вот. На донышке должен быть код, который вы можете ввести на сайте производителя и проверить его подлинность. Там высветится на корейском. Можно перевести и прочитать. Это первый признак. На подделках идет просто срок годности. Здесь указан. Также есть голограмма и код, который можно считать. Вот выглядит коробочка оригинала. Срок годности указан на коробке, на самой, вот внизу. Вот здесь должен быть срок годности. Также на пудрах. Пудра идет с увлажняющим эффектом. Очень хорошо фиксирует макияж. Вообще эти тональные основы, они очень хорошо держатся летом. Можно посмотреть обзоры. Девочки ходили целый день с ним, очень хорошо держится, никуда в морщинки не западает, в поры. Отличная вещь, очень всем рекомендую. Тональная основа у нас 250 гривен стоимость, а пудра идет 280. Всем удачных покупок!